Младшая дочь Аллы, Вика, скоро пойдет в первый класс Звенигородской школы «Квантум». Готовиться начали заранее, главное – ничего не забыть. Но об этом уже точно не надо будет беспокоиться. Первый в округе социальный рюкзак от губернатора Московской области будущей первоклассницы вручил глава муниципалитета Андрей Иванов. Будешь стоять нарядная, с бантами белыми, вместе с другими учениками, с родителями. И прозвенит первый звонок в твоей жизни. Я хочу тебе вручить вот такой рюкзак нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Здесь все самое необходимое на первое время. Ручки, тетрадки, кисточки, альбомы для рисования, краски. Все точно понадобится Вике на разных уроках в школе. Девочка с нетерпением ждет начала учебного года, ведь свою подготовку она начала заранее. Занималась в подготовительном классе. Вика у нас 50 на 50, она готова, конечно, она умеет и читать, и считать, но она просто еще не понимает, что ее там ожидает, потому что в садике одно, а в школе, конечно, все по-другому. Ну, в принципе, она ждет. Всего в округе к 1 сентября бывшим дошколятам вручат 144 рюкзака от правительства Подмосковья. Таким образом, все первоклассники из многодетных и нуждающихся семей, а также дети-инвалиды, получат необходимые для школы принадлежности. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».